Инвестиционная онлайн-платформа Global прекратила свою работу. Участники этого проекта остались без доступа к своим счетам. На сайте организации размещена информация, что ресурс якобы заблокирован по решению органов госвласти. Вместе с тем, как сообщили в Роскомнадзоре, данный сайт не внесен в список запрещенных на территории России. Проект просуществовал всего несколько месяцев и платил баснословную прибыль. По данным источника нашего телеканала, количество пострадавших может превышать 10 тысяч человек. Граждане же наши должны понимать, что финансовые пирамиды, которые сейчас рушатся в Якутске и не только, они являются отголосками еще, наверное, тех лет, когда мы помним об МММ, да, Хопер Инвест и так далее. Но если тогда мы не знали о финансовых пирамидах, что это действительно мошенничество, и в основном люди хотели заработать, им обещали быстрый заработок в течение короткого периода времени, то сейчас многие знают, что это может быть так, но все равно вкладывают средства.